Слышь, смел. Ой-ой-ой, арканы про... Ой-ой-ой! Вы что делаете? А, слеп, а ты чё? Чего? Что я делаю? Это ещё пак, пацаны. Я, походу, всё потрачу. Сейчас мне придётся донить. Что? Всем пока, братва. И вам, мужики, отдельный приветик. Здоровики! Вы сегодня в роли моих телохранителей. Знаете, что мы сегодня делаем, пацаны? Ну-ка, рассказывай. Так, смотри, я сегодня покупаю за каждую смерть очень дорогие стикер-паки из Хэллоуин коллекции, которые стоят 4000, 1600. Настало время отомстить, Бурик, за все видосы. Не, пацаны, смотрите, не-не-не-не-не. Ваша цель сегодня не дать мне умирать, а моя цель сегодня, как говорится, не разориться в ноль, потому что у меня не так много голды, а если будет очень много смертей, будет минус голда просто. Пацаны, срочно, пожалуйста, каждый по лайку скинулись, 20 тысяч лайков, и я... Разорюсь ради вас. Ладно, сас. Смотрите, пацаны, объясняю, как сегодня будет происходить покупка. Смотрите, первая смерть у меня будет за 4000 голды покупаю стикер-пак. Потом следующая смерть за 1600. И буду так по очереди вот эти стикер-паки покупать, пока я полностью не разорюсь. Ты с ума сошел просто. Летим в каточку. Все, мужики, полетела легендарная каточка. Поэтому готовьтесь меня... Ты что, к Хэллоуину готовишься? Уже тестируешь этот голосовые команды зомби? Я сзади тебя буду как пугало сидеть. Осуждаем. Мага, пошли. Ты что встал АФК? Надо тащить. Не... А, я понял, пацаны. Не, что? Вы, я затащил, мужики. Вы специально хотите сливаться, чтобы я всю голду потратил? Нет! Спасаюсь. Не хочу с первого раунда потратить все. Где он? Давай, сливайся, что ты? Ай, нифига, опа, как опа. Это что было? Я же в него первый стрелял. Пуэнт, неси, мужик, к нам, срочно. Бомба сзади, бежит за вами, все окей. О, найс, разменщик пошел. Найс! Мага, нет, ты давно так не играл. Почему, когда тебе на видос нельзя умирать, ты всегда умираешь, а именно когда меня надо сейвить, ты вообще люту разносишь. Нормально. Как дела? Ну, давай сначала поздоровимся с пацанами. Ой-ой-ой, я голову хп, ищи своих, флеш от меня, что делать? Да, все, минус. Выжил. Чудом. Я чудом выжил, не знаю как. Почему у меня так хорошо сегодня фартит? Под флешку? Ема, слеп, а ты чё? Всех... Ема, залетело! Что я делаю, пацаны? Не, забейте, это, по-моему, ноль смертей за катку видос называться будет. Удали? Да-да-да, один на балконе сидит. О, законтрил. В смок выхожу. Я даже не успел среагировать, меня так быстро убили, что за фигня? А, погнали открывать первый Хэллоуин пак за 4000 голды, минус голда полетело. Так, братва, первая смерть, Хэллоуин стикер пак у Данила X Соло я уже купил. Я не знаю, если мне выпадет что-то даже из эпического, это 100% окуп. Поэтому, пожалуйста, только не рарка, пацаны, ваши ставочки. Рарка. Найс, осуждаем. Что? Сколько он стоит? Они дорогие стоят. 5-7 тысяч где-то, 5-7 тысяч. Я купил, Найс. Это имба, по-моему, мне даже нравится разыграться с такими выпадениями. Это, знаешь, как будто money back называется функция. Ладно, летим дальше в каточку. Мага, ты когда научился играть, можешь рассказать? Я чего-то не знаю. Я на ретейнере всегда был. Мы что, 10-0 выиграем? Да. Я возьму авик для ноускопов. Пора ноускопы ставить. А Бовен покупает за каждую смерть Хэллоуин пак 2019 года. Поэтому убивайте. Осуждаем. Осуждаем. Не, пацаны, зря вы им это сказали. Не, ты же сам сказал, давай я рассказываю. Так они сейчас нас выиграют такими темпами, если вы будете сливаться, а меня будут убивать постоянно. Да не сливаться, только ты будешь, а потом мы тащить. Человек, я прострел, даю ноуску. А, я попал? Чего я прострел? А, попал. Ты попал, а я его добил. Да я должен попасть, сколько еще надо сделать, чтобы попасть? Понимаю. Погнали покупать, как говорится. Что за фигня, почему я полчаса простреливаю, он просто одну пулечку ставит. Так, пацаны, вторая смерть. Следующая у нас 1600. Полетели. Пожалуйста. Пожалуйста. Еще тут давай мне хотя бы... Нет, тут надо, чтобы арканы выпадало, чтобы покупиться. Gold School нужен. Ой-ой-ой, арканы... Ой-ой-ой! Вы что делаете? О, чармитер, тоже нормально. Понял, летим дальше. Сдайте мне дроп, мужики, срочно. Держи, брат. Дать калаш могу дать здесь. А, тебе уже дали? Э-э-э! Прострел в этот раз.
Какой факт? О, мужики, рабочий. Тащу. Рабочий прострел. Что? Кто тут затащил? Ну? Тот самый тиммейт, который каждую катку идет 0-10, и единственная катка, которая у него залетела спустя 10 игр. Пацаны, что у вас там происходит? Вы должны меня сейвить, вы что там собрали? Да. Бовину стащи нему. А, это мой клатч? Да, это твой клатч. Чакай, флешка, под флешку вылетает. Там чел. А куда она улетела? Она что, туда улетела? Нет. Я про флешку, а не про чё. Прыжок Веры Даняка, бей его с бабки. Прыжок ценой в деньги. Я не знаю, у меня прыжок сам нажался, я не хотел прыгать. Чё за фигня началась? Что за неудачи пошли? Мы сейчас сливаем раунды, начинается камбэк у противника и будет, походу, еще больше слив. Летим покупать. Третья смерть, пацаны, полетела. Блин, я, походу, единственный, кто буду бустить цену этих тикерпаков. Окей, забустим, как говорится. Блин, сказал бы заранее, купил бы парочку. Найс, осуждаем. Так, полетели. Надеюсь, тебе выпадет рарка. Надеюсь, мне эпик выпадет. Или легендарка. Можешь нем Gold School, чтобы его поделить? Нет, ну какой зомби! Не, зомби тоже не баун, косарь стоит. Да нафиг он нужен, если я 4000 трачу. Понял. Мужик, пожалуйста, затащи во имя, как говорится, стикерпаков эту катку, как ты стреляешь? О, без зомби! Видишь, чел все придумал. Найс, имбинка нечеловеческая. Чел, пики, ну да, зачем дефуз брать? Найс, чел пол флеш меня убивает. Найс, Рик, смеется как этот. Рик, все норм. Пацаны, оставьте мне кого-нибудь, я что, зря сливал голду? Слышь, смел. Красиво. Мужики, дальше. А как вы меняете роспись? Ладно, пора оставить. Ой, повезло им. О, блин. Чекай, прикол. Вы так делаем? Но! Что происходит? Какой же я сегодня жесткий. Главное сейчас случайно не слиться, как это обычно бывает. И все. А чисто. Тогда бойду. Я надеюсь, вы встанете Санечку скилла сюда. Да не подсад делают мой легендарный. Они меня подсадами собрались выигрывать. Четвертая смерть. Идем покупать за 1600 пак. ГГ. Четвертая смерть. Полетели дальше. Пожалуйста, хотя бы тут сделай мне аркану. Чтоб я окупился и больше не задавал вопросов лишних. И, конечно же, ничего никогда не окуплюсь. Спасибо. Погнали дальше. Братва, хотите на халяву получить голду? Тогда залетай по ссылке в закрепленном комментарии на Bulldrop, вводи промокод ABOVIN7 и получай голду. Кстати, комиссия на вывод с них. А если хотите обновить себе инвентарь, открывайте тематические сундуки, зарабатывайте дублоны и обменивайте их на призы, включая ножи. Ссылка и промокод в закрепленном комментарии. Летим на всех парусах на Bulldrop. Можно фан. А, мне хэдшот поставили, мужики, спасите. Мужики, там голова торчала у кого-то. Пожалуйста, помогите, мне страшно. А, у нас слился чел. Я тут. Отлично. Отвечаю, скажи. Поставил голову. На миду. Страшно. Он сейчас меня в спину. Я ставлю на А, алло, вы что делаете там? А, пацаны, чего же вы мне сказали? Я один остался с врагом. Один на один. КТ. Они все там? Я не знаю. Да, они сейчас пойдут на А. Ну как же я встретился с ним, я просто бежал к вам! Это еще пак. Пацаны, я походу все потрачу, сейчас мне придется донить. Еще слили! Вы че? А я не знаю, кто был у бомбы. Мага, ты был у бомбы, маги мидучили. Я в шоке. Как же это ГГ. Ладно, летим покупать. Так, пятая смерть. Полетели сразу. 4К. У нас уже на балансе 8000. Мне, походу, и голды не хватит, пацаны. Блин, я буду сейчас бустить. Потому что я не знаю, типа, без буста, по-моему, ничего не выпадет. А, стендов аж лагает, чекай. Полчаса открывается. Ё-моё, ты стендов сломал, что ли? Плюсик. Ой, долго крутится. Да ладно. Нет. Это мамит. В смысле нет, она 10к стоит. Какой 10к? 15к. Забей полностью. Ладно, летим в каточку. Ой, хэдшот хороший. Отлично. Он один тут. Нет, ну как хаешка. Ой, увернулся на изи. Ты в курсе, тебя затащить надо, либо закрыть? Вантап. Хорош. Байти надо фейс. Да нет, мне нельзя байтить меня. Байти не прыгай. Оп. Да нет! Твой тиммейт просто стоит. Где мой тиммейт?
Разорение, все, минус вся голода, забей. Идем покупать. Шестая смерть. Я не знаю, это уже, знаешь, так спокойненько покупаю, как будто это вообще фигня. Я уже заранее знаю, что тут ничего не выпадет, в принципе. Почти. Почти. О, близко, близко. Ладно, погнали в катку. Я буду стоять, ждать их. Иначе по-другому невозможно. Блин, Данилыч, сейви, Данилыч, до конца сейви! Все, тихо, по инфе, сейчас буду сейвить. Прошли на лонгу. Хорош. Прячемся. Ой, не опасно. Бегай, не надо, дядя! Я пытаюсь выжить. Я не выжил! Бегай. Как же это страшно было, хорош. Это очень страшно было. Как же они окружали меня повсюду. А, Нави все, на... А, я иду. Я лоу хпшно, офигенно. Надеюсь, хаешка вторая не пролетит. Я. Он меня еще убью. Один. Седьмая смерть. Ладно, после клатча Макинова пойду покупать. Надо заценить клатч или слив сзади. Тихо, я слышал. А он еще не успел. Изи клатч! Мага, просто булочка! Я печенючечка. А я погнал покупать. Седьмая смерть, ну сколько можно? Я не знаю, я уже сейчас всю голду разоряю, смотрите. Опа, 2000 голды на аккаунте, Данек. Мне это нравится, не хочешь это? А, у меня, чтобы вы понимали, было сегодня 23 тысячи голды, это жесть. Если пацаны, вы до сих пор лайк не поставили, я не понимаю, что надо сделать, чтобы вы поставили еще лайк. Я просто все разорил, я не знаю, я... Если я не выбью сегодня ни голдскую, ни легендарку, я удаляю стендов. Не, псы. Блин, что-то открыл рано. Пожалуйста, стой. Мами, нормально. Какая мами? Это мами. Полетели в катку. Иди за крытой, я жду на... Рик, иди на Б. Ой, тут сам 40, чел. Что это за фигня была? Я иду на Б. Там сам 40, очень опасно. Сейчас на лаке залетит пулечка. Ой, опасно, они на миду есть. Они повсюду, Найс, nice, разменчик. Еще один, фатал, Мага, давай, я слежу за тобой. Ой, просто машина. Мужик, блин, как я его не убил. Найс, первый готов. Следующий, выходи по одному. Что-то опасно, слышишь, что за прятки начались? Что-то прятки мне такие не нравятся, не хочу, чтоб меня в спину сейчас убили. Это. Погнали тащить, пацаны. Подождите, вместе. Кого? А куда вместе я соло еще не слышишь? Найс, Мага, наконец-то. Я сегодня в киберспортивной форме. Найс, Мага, наконец-то, мы так этого ждали, что можно, как говорится... Да, ведь тренер вернулся. Возвращение легенды! А, да, это last round. Это что за чебурашка в тебе проснулась? Восьмая смерть, пацаны. Я не могу реакцию сдерживать, сорян. Лол, хп, чел. Пацаны, пожалуйста, затащи. Лучше. О, хорош, еще. Нельзя мне больше сливаться, пацаны, давайте тащите. Вы чё, ну куда? Тихо. Он... Это не затащить. Все, лечу покупать восьмой бак. Так, восьмая смерть, я не понял прикола, они что, одной цены стоят? Просто везде 629, что за фигня? Просто там этот рынок поломали, если челы их, грубо говоря, по лупрайсу сливают. Ладно. А так они 2к стоят. Спасибо за скидку, пацаны. Лего. Нет. Ну какая лего, я не верю в лего. А, с 370 голды осталось, забей. Не верю в лего. О, еще одна голда была бы 3 семерки. Найс. Ладно, летим в катку, разоряться, надеюсь, больше не получится. Первый вынес. Уничтожу. Так, у меня пока никого нет. Я не вижу, может они стянулись под БС через сити? Да, не, это... А, отлично, донатик. Один на БС. Спонтом на Б бежит. Блин, я не знаю, что делать, либо сейвить, либо... Не, ладно, сейви. Ладно, я постараюсь. А, он думает, меня смог остановить, реально? Так, есть. Один в один, этот в домике, скорее всего. Да, под него план стоит. Нет, мне кажется, он с КТ выйдет. Ладно, я сейвлю, тут нереально. Время. Не, НТшечка, просто. Ну, я просто не знаю, где его искать. Может, он вообще от ФК встал, а я не затащил из-за этого. А, он, чё? А, он был на миду, короче, ну там. Понял. Ладно, хотя бы сэкономили гаудишку, как говорится. Куда? А как? Девятая! А, чел на что-то делает всю катку. У него там команда на Б! Патится, чел на А сидит просто! Мужики, пожалуйста, давайте затащим. Так, пацаны, девятая смерть, и мне снова за 4000 надо покупать, у меня денег нет, что делать, придется. Закидывай бабки. Стой, я не знаю, что лучше, продать либо АКРТХ статрек, либо геометрик юз. Я думаю, АКРТХ статрек, потому что геометрик, он редкий скин, и давай. Как раз ТХ в цене ТХ, упал на 10 тысяч. Я думаю, ТХ я еще когда-нибудь... Давай его тогда сразу по закупу продадим. В принципе, 12 тысяч неплохо, я... Нормально. Мне хватит. Очень жалко ТХ, пацаны. Я не знаю, это максимальное разорение еще ТХ. Пожалуйста. У тебя было киллов на ТХ? Около 1000, наверное. О, цена упала на стикерпаке. Где? Стоп, что? Где он?
О, закупаемся, Найс, со скидочкой урвали вообще по кайфу. Так, сразу бустим и открываем. Голдскул, я чувствую... Не, подожди, не открывай, мага, кого поспорим? Если мы отгадаем, какой скин, то ты донишь обойную 5к. Вот. О, имба. Короче, давай. Если я отгадаю, то ты донишь. А если ты отгадаешь, то я донишь. Стикер Блади падает. Моя ставка маме, моя ставка стикер маме падает, как всегда. Ага, Блади. Я, короче, скажу, что это будет стикер Гонгста, вот эта вот тыквочка. Короче, все, вы предрекли меня на рарку, я понял вас. А, никто не угадал. А, она, кстати, довольно тоже, она 2000 стоит. Найс. Мага ни разу не угадал цену. Я понял. Мага, близко. Ладно, летим в каточку. Легендарная флеш кидается. Блин, надамажил. О, отлично. Найс, мага лучше, тащим вместе. О! Нет! Где мои тиммейты? Все, пацаны, пожалуйста, затащите, пожалуйста. 10-я смерть, вы что гоните? ГГ. Мы еще это и сольем, это просто самый кринж будет. Если, пацаны, вы до сих пор не поставили лайк, я не знаю, я просто удалю игру, если не наберется даже 20 тысяч лайков за то, что происходит. Я сколько сливаю голды, это просто жесть, пацаны, пожалуйста. У нас 10-я смерть, сколько можно? Я не знаю, просто. И надеюсь, конец катки уже близок, уже столько смертей, жесть. Последних не бывает, бывают только крайние. О! Конечно. Погнали в катку, пугало. Погнали в катку. Надеюсь. Минус 25 тысяч голды уже, да? Или сколько? Или 30 ты уже потратил? Не, по-моему, эти привидения жестко стоят. По-моему, не по 15к стоят эти привидения. Ну, кстати. 80к. 80к? Чего? Ладно, летим в катку. Так, Рик, возможно, у тебя сейчас будут? Я слушаю, ты тихо. А, найс багает, чел. Пацаны, живем. Все, 2 остался. Ну, 2-5, надо дощить. Далее не пикай. Все отлично, Yeah! лучше. Easy, лучше. 10 смертей знаю, всего, easy. Это жесть просто. Разорение, как говорится, минус весь инвентарь. Конек, не тильтуй. Зато мы выиграли такую катку интересную. Мне прям катка запонравилась. Я прям потел. Ну, мне тоже пришлось попотеть. Ну, хоть я и потел, минус 7. Спасибо, как всегда. Плюс 1. Стендов, как всегда, на своей волне играет против нас. Спасибо. Пацаны, кто еще не поставил лайк, пожалуйста, поставьте лайк. Подпишитесь на наши каналы. И всем до следующего видосика. Всем пока!